Так, значит, у нас уже 25 июля 2021 год. Харьков, час 47 по Киеву, в Харькове. Разошлись наши облачка, и на максимальных настройках светочувствительности снимаю я полную луну. Правее, выше Сатурн и левее в углу кадра Юпитер. Такие настройки светочувствительности все-таки позволяют мизансцену снять. Уменьшаю выдержку. И вот она, наша красавица, полная луна. Конечно, качество съемки будет не фонтан из-за такой завышенных таких настроек. ISO 6400 сейчас. Пластилиновое, конечно, изображение. Наверное, даже максимально приближать не стоит. Сделаю это в следующих дублях на приемлемых настройках светочувствительности. Да. Ну, а пока посмотрим на прекрасные пейзажи. До Луны 370 тысяч километров, до Сатурна 1 миллиард 338 миллионов километров. Ужасно. Не убегай. Не убегай. Да, на таких настройках, конечно. Ужасно все рябое. Да, хорошо. Зафиксируем сейчас Юпитер еще и перейдем к нормальным параметрам съемки. Вот они, наши Галилеевы спутнички. Сияют. Да. ИСО, конечно, запредельно завышенное. До Юпитера 615 миллионов километров. Вообще рядышком. Так, справа от Юпитера это
спутник Ио. Слева идет Ганимед, Европа. Где Калисто? Калисто. Ничего не понял. Вот Калисто. Уменьшаю войнушку. Спутники исчезли. Возвращаем спутники. Ладно, это издевательство. Сейчас буду нормальные настройки светочувствительности делать. Абсолютный штиль, разошлись облачка, чудесно. Час 54 по Киеву, Харькове, 25 июля 2021 год.